В Дагестане за попытку сбыта героина задержаны две женщины. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, они планировали многочисленные закладки наркотических средств в Дербенте. Подозреваемые оказались жительницами Москвы и Московской области. 174 грамма наркотика было найдено при них во время проверки гостиничного номера. Сколько свертков приготовили? С собой было 180 свертков. Должны были выйти и разложить их по адресам. Какое вознаграждение вам обещали за ваши действия? Оплата за каждый адрес. Сколько рублей? 800 рублей.